Привет всем! Хочу показать, как разделывать гранат. Смотрите. Такой процесс мне подсказал один армянин. В итоге попочка здесь вот за кругляшок небольшой. Его надо сделать ровненько, чтобы потом его можно было поставить, красиво сделать. Берем сверху, вот так, надрезаем, чтобы нам снять крышечку. Верхнюю делаем. Так, вот надрезали. Так вот. Вот, и она сейчас должна легко уже у нас сняться. Вот, снялась. Убираем ее, она не нужна больше. Вот. Дальше что делаем? Вот здесь вот будет у нас такие вимбрамки. Вот они видны даже. Вот они. Прям вдоль них, где они есть, делаем надрезы до конца почти. Вот они, надрезочки. Делаем надрезики. Вот еще одна вимрамка. Вот над каждой. Ну, примерно. А вот она, еще одна. Вот. И дальше делаем вот так. Начинаем разъединять. Она разъединяется, в принципе, довольно-таки неплохо. Вот, аккуратненько все делаем. Вот, не спеша. Она сама уже практически и уже отсоединилась. Вот, ставим мы на тарелочку с голубой каемочкой. Вот, убираем. Ставим. Сейчас я сделаю получше, чтобы видно было. Вот, разъединяем. Сердцевинка, вот она уже вышла. Так. Снимаем вимрамки, вот они. Удаляем, чтобы красивее было. Вот. Вот как-то вот так, ребята. Все разъединил. Теперь красиво у нас с вами получилось. Вот смотрите, можно поставить на стол, будет не стыдно, будет приятно всем покушать. Так что такие дела, ребята. Кому понравилось, ставьте лайки, кому нет, дизлайки. Всем пока, подписывайтесь на канал. До свидания.